Жители Яндари, местные депутаты и старейшины обратились к властям с просьбой разобраться в ситуации. Они пожаловались на незаконную раздачу их сельскохозяйственных земель под промышленные объекты и заправочные станции. Сегодня с ними встретились все представители власти и муниципалитета во главе с первым вице-премьером правительства Ингушетии Магомедом Евлоевым. По поручению главы региона создана специальная комиссия, которая будет разбираться с этим вопросом. Здесь у нас присутствует Министерство имущественного отношения, Министерство сельского хозяйства, также Министерство экономики. А причина была связана с тем, что были отданы земельные участки юридическим лицам для коммерческих и экономических целей. В этой связи мы с населением переговорили, довели ситуацию, и в дальнейшем у нас будет на этом консенсусе.